Я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, очень приятно. Симметрично. У вас. Давно не виделись. Да, хотел было изложить я особую точку зрения, а потом вспомнил, что вообще-то я ярый противник, я думаю, что и вы. Высказывание просто мнений. Ну, кто-то должен какие-то знания хоть иметь. Вот особенно, если он, так сказать, вроде представляет науку хоть в какой-то степени. Вот. Поэтому я буду говорить, если можно, по вопросу о развитии экономики. Нужно. Но то, что знаю. Угу. Ну, и я думаю, что многое из того, что я буду говорить, знают и другие. Вообще нормальные люди очень много знают. И иногда просто их забивают вот, ну, люди из нашей среды и всякой галиматьей. Поэтому, ну, вы же знаете, например. Например, вот вам пример. Вот говорят, у нас рыночная экономика. А что такое рынок? Вот рынок, эти люди, которые говорят, они не знают. Но я знаю. Могу сказать, это вообще написано у Маркса. Рынок – это что? Это сфера купли-продажи. Там, где продают, и покупают. Если у нас рыночная экономика, значит, с производством закончили, ничего не производили, оно падает. И надо продавать. Продаем, а что продают? Сейчас вот продали значительный кусок Алросы. Это что такое? Алмазы продаем российские. Значит, уже осталось у Российской Федерации 33%. Только. Ну, правда, там еще Якутия как-то включается, какие-то муниципалитеты, но уже постепенно переползает. Вот то, что являлось национальным богатством российского государства, переползает в другие страны. А кто покупает? Некий Дебирс? Нет? Да, Дебирс, само собой, это крупнейший монополист, он и все обрабатывает, поэтому да. Второе. Значит, вот мы тут видели, как с радостью наш вице-премьер, первый товарищ Шувалов, рассказывает просто так, как счастливый человек, что вот скоро будем Роснефть продавать, приватизировать. Сечин это не очень спрашивает. Тот-то вот не сторонник, кто вот распродавать по кускам Россию. Вот давайте мы Роснефть. Вы же доказывали, что все от нефти, все кризисы, все от нефти. И давайте вот мы, наше нефтяное предприятие государственное, давайте его и будем продавать. Хорошо. А значит, давайте еще Башнефть приватизируем. Тоже хорошо. И так далее. То есть, все время есть планы. То есть продается то, что курица, которая несет золотые яйца. Ну, или, ну, есть, правда, такие объявления, я видел, продам родину. Это вполне соответствует рыночной экономике. Если рыночная экономика. На самом деле рыночной экономики не бывает. Ну, что делать? Вот не бывает рыночной экономики. Я думаю, что все люди, которые немножко изучали хоть что-нибудь, знают, что бывает экономика. А. Первобытная общинного коммунизма. Собирают. Едят. Делят и едят. Там поймали, мамонта жарят и едят. Распределяют женщины, матриархат. Поэтому ни пьянства, никаких таких вещей нет. Все хорошо. Рабовладельческая экономика. Тут тоже все понятно. Если я ваш раб, вы можете меня убить, если я буду не то скажу. Ну, вот, на счастье, у нас уже не рабство. Ну, а если у нас экономика построена на труде крестьян, это какая? Феодальная экономика. Да, убить вы меня не можете, то есть убьете, ничего сильно не накажут, но вообще-то надо просто бить плетьми, и все в порядке. А можете продать семьей без семьи, землей без земли. И вот свободное общество, капитализм. Это капиталистическая экономика. Зачем же так это игнорировать? Угу. Люди же пришли к вот капитализму, сделали, собственно говоря, переворот, получили реставрацию капитализма в России. Ну, чего вы не празднуете? А вы что-то маскируетесь за рыночной экономикой. Это не рыночная экономика, это капиталистическая экономика. А капитал – это что такое? Это самовозрастающая стоимость. А капиталист – это персонифицированный капитал. Вот меня ничего не интересует. Главное – что меня интересует, это что я за это получу. Деньги. Ну, не деньги просто, а вот самовозрастающие деньги. И вот, между прочим, те, кто продают государственную собственность, а государственная собственность при капитализме – это частная собственность класса капиталистов. Они ущемляют интересы класса капиталистов, это я разъясняю для класса капиталистов, угу, ради каких-то мелких каких-то вещей или ради затыкания дырок, сегодняшних дырок, в сегодняшних экономических проблемах. Между прочим, вот понятие оппортуниста, оно относится не к коммунистической партии, а к любой. В том числе и к Единой России, в том числе и к классу капиталистов, и к отдельному человеку. Вот если я вместо коренных вопросов, так сказать, жизни, в том числе и своей, решаю какие-то все время попутные, там, сиюминутные, и некогда заняться главным, я оппортунист. Вот у Ленина такое определение оппортуниста. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта.
податливость настроения минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Вот класс капиталистов. То есть, который... прицел сбит у человека, да? Не понимает, где приоритет. Не понимает, но не делает так. Он даже понимает, что он оппортунист, но никак ему вот, как ему вот это не решится. Поэтому, скажем, ну вот можно покритиковать сейчас класс капиталистов, что он никак не может заставить этих отдельных своих представителей действовать в соответствии с общими интересами. Уж не идет речь о том, чтобы они интересы другого класса удовлетворяли. Да вы свои-то хоть удовлетворите, чего же вы подаете? Вы взяли, приватизировали часть Сбербанка. Ну, что вы получили? Бумажки. А эти куда бумажки будете вкладывать? Куда вы будете вкладывать? Да нигде большего выхода вы не получите, чем их вложить в Сбербанк. Угу. А теперь кто купил? А купила, так сказать, часть управленческого персонала этого Сбербанка во главе с Грефом. А кое-кто опять, всякие разные люди, нам с вами неизвестны. Но нам известно, что пытается от государства все время оторвать. Ну и казалось бы, вы провели приватизацию. Ну хорошо, провели. А чего вы через 25 лет опять приватизацию? Да вы когда-то закончите это дело и определитесь, тогда определитесь, какая у нас экономика. Вот я думаю, есть бывает еще социалистическая экономика, вы ее разрушили. Добрать до того уровня никак не удалось, до общего объема почти добрали. Вот Владимир Владимирович говорил, удвоение ВВП. Во-первых, ВВП – это Владимир Владимирович, и, во-вторых, валовый внутренний продукт. Вот тут удвоение. Ну, так удвоили. В общем-то, и удвоили за 20 с лишним лет после 90-х годов, где рухнуло вдвое. Ну, а в машиностроении там даже и речи нет о том, чтобы до уровня РСФСР дойти. Там, в станкостроении все мы только покупаем. Сейчас никто не продает в связи с санкциями. Покупайте в Китае, Тайване и в Белоруссии. Вот такая в этом плане картина. И вот в такой ситуации мы должны ответить на вопрос, так какая у нас экономика? Отвечаю. Я думаю, сам с этим все капиталистическая. Но вот не все знают, хотя только скажут, что все вспомнят, что вообще-то и не только коммунизм имеет две фазы. Низшую, которая называется социализм, и высшая, которая называется не коммунизм, а полный коммунизм. Потому что и социализм – это тоже коммунизм. Ну, не полный, с родимыми пятнами капитализма. А вот экономика капитализма бывает свободной конкуренции, когда все конкурируют между собой, и рынок все решает. Но когда вы меня победили, или я вас победил в конкурентной борьбе, у нас уже монополия, у нас монополистический капитализм. Где-то с конца 19-го, начала 20 века капитализм стал монополистическим. Это современная форма капитализма. Вот все, кто рассуждает про рыночную экономику, они это отсталые люди. Они даже азы вообще капитализма не изучили. На самом деле у нас империализм. Другое дело, что господствуют монополии какие? Если не ваши, так сказать, российские, то иностранные. А вы... чем нам это грозит? Вот эта вот приватизация это и продажа этих... Это нам грозит тем, что если у нас люди не думают, как всякие оппортунисты, о дальнейших шагах, а думают, сейчас вот мы тут за Родину будем выступать, а в это время будем Родину продавать, то кончится это дело тем, что в один прекрасный момент все наши ресурсы заберут, и у нас, как говорится, будет полиция, но не наша. Угу. Не российская. Ну, это же опыт, что других стран не показывает. Или что, кто-то сомневается, что будет с Россией, если она ослабеет? Ну, что вот было с Ираком, что было с Югославией, что плохая страна была? Что вот, например, в Корее понимают, что с ними будет, если они выбросят ядерное оружие и, так сказать, утопят свои ракеты. Завтра же там не будет Северной Кореи. Это совершенно понятно. Северная Корея воевала. Она, между прочим, сейчас в состоянии войны до сих пор. Я был в Панмунджоме, там вот один флажочек Северной Кореи в комнате для переговоров, а на другой стороне 17 флажков иностранных государств, 17 во главе США. Они под флагом ООН как бы воевали так. Вот. Ну, как бы они воевали, не получилось съесть Северную, но они хотят ее съесть, они же объявлены изгоем, и Россию хотят объявить изгоем. Что значит с нами не торговать или, допустим, санкции? Это мы как изгой. Что такое изгой? Вы есть, но вас еще не съели. Ну, съедим, но не сразу. Готовимся к этому. А если вы упираетесь, ну, откладываем. Ну, толковые американские граждане пишут следующее, толковые. Толковые. Что, когда... Прошла война между Северной и Южной Кореей, когда разграничили по известной параллели
Да. И следующим шагом было исключение Северной Кореи из всего вообще, что только можно. Да. Поскольку Соединенные Штаты исключают их из своего товарооборота, запрещают всем остальным торговать с ними. А Южной Корее были созданы условия максимального благоприятствования. Введение на американский рынок, загрузка работой, танкеры строим, машины строим, все на свете строим. После чего одна находится в жесточайшей блокаде и лишена всего на свете, а другое созданы условия максимального благоприятствования. А после этого начинают рассказывать. Вот посмотрите, до чего их довел коммунизм. Ну, я хочу сказать, что вот та, которая находится в жесточайшей блокаде, ее критиковали в советское время за то, что она самостоятельно проводит экономическую линию, что она не полностью там разделила все со странами СЭФ, а она все старается основные отрасли держать у себя. Поэтому все страны СЭФ рухнули сразу, а Корея не рухнула, северная. Поэтому, значит, там сидели люди, которые понимали, что надо быть готовым к тому, что те, кто говорят, что они ваши друзья, завтра могут вас съесть. Вот поэтому для съесть не получится. Для начала предать, потом съесть. Поэтому так просто там не получится. Это раз. Во-вторых, вот я там был в Северной Корее 2 недели. Вот. И в главе делегации нас возили на, между прочим, на Мерседесе, ну, не таком, не последней марки. Вот. И мы объехали всю Корею, все видели, и они живут хорошо. Чисто все. Ни бомжей, ни проституток, ни спекуляций, ни этого хамства. То есть народ культурно воспитанный, и в то же время все учатся. Прекрасные библиотеки. Нажмешь кнопочку, через 2 минуты книжка придет. Высочайший уровень, вот, потому что там работают люди. Вот, а у нас, так сказать, ну, ночные клубы, это у нас вот, святое дело. В хромой лошадь не пойдешь, значит, это вроде как хромой, но уже на... Ну, а то, что их сожгли, да мелочь, у нас много других. Бывает. Да, бывает, все бывает в нашей жизни. Поэтому возвращаемся к нашим баранам, так сказать, какое у нас сейчас общество? У нас во всем мире империализм, ну, кроме... тех стран, в которых есть или социализм, как в Корее, или переходный период от капитализма к коммунизму. Это Китай, это Китайская Народная Республика имеется в виду, это Лаос, это Вьетнам, между прочим, это единственная страна, которая победила Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки – такая страна, которая самостоятельно ни одной войны не выиграла и проиграла Вьетнаму социалистическому в войне. Сейчас они налаживают... хорошие отношения, и наши тоже налаживают хорошие отношения. Там Дмитрий Анатольевич встречался с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. Все хорошо, уважают, потому что там 90 миллионов человек и самостоятельно развивается. Крупная очень страна. Поэтому, так сказать, Вьетнам, который самостоятельную линию ведет, он в этом, он уже не в империалистическом мире, он в мире переходном. Ну, еще есть Куба. Ну, вот у нас, конечно, буржуазная страна, но вот Владимир Владимирович встречается же с Кастер. Уважают же его. Да и все его уважают. Уважают, потому что в мире сильных при империализме уважают кого? Сильных. А слабых не уважают, их просто топчут. Вот и все. И Сталин про это говорил. Если, говорит, мы вот за 10 лет не пробежим, то, что другие страны пробегали за 100 лет, нас просто сомнут. И все. Нас били там и монгольские ханы, и, так сказать, и рыцари. Нас били. Если мы не хотим, чтобы нас били, надо наращивать свою экономику. Поэтому, раз уж у нас империализм, поэтому, ну, если у нас есть капиталисты, то капиталисты должны быть достойны империализма. Ну, так вы что должны делать при империализме? Поддерживать империю, по всей видимости, нет? Ну, это уже, так сказать, как бы следующий шаг. Прежде всего, обеспечивать государственное регулирование экономики. Вообще-то, самой современной формой империализма является государственно-монополистический капитализм. В Соединенных Штатах Америки государственно-монополистический капитализм. Во Франции государственно-монополистический капитализм. Ну, вот посмотрите, так сказать, возьмите вы там Англию, то же самое. Германия. Германия – государственно-монополистический капитализм. Ну, то есть, если что это означает? Большую семерку, то они да, все… Да, что это означает? Это означает, что вот эта страна, значит, в ней уже крупнейшие монополии поделили между собой все основные отрасли, ну, и соединились в некое единое с помощью своего государства. Если не противопоставлять государству этим монополиям, а понимать, что какие монополии управляют государством, а не государство управляет монополиями. Ну, это же я понятно. Ясно. Ну, а как? Ну, как? Ну, кто? Ну, как вот сейчас? Ну, кто пройдет? Вот кто пройдет в Думу? Ну, кто? У кого деньги, тот и пройдет. У кого больше, у кого нет денег. Ну, вот если я буду с деньгами, у меня будет их много, мои будут плакаты, вот там висеть цветные, большие. А если у вас денег нет, то вот будет маленький. И моя команда будет их срывать, зачеркивать. И сразу, так сказать, убирать.
И наоборот. У вас есть деньги, вы будете большие блокады, у меня никаких. У кого деньги, тот и выигрывает. Ну, мы можем сослаться на более общее положение. Общественное бытие определяет общественное сознание. Тезис, основной тезис исторического материализма. Ну, раз общественное бытие у нас буржуазное, значит, в головах у нас какие идеи? У большинства, у рабочих, крестьян, интеллигенции. Какие? Именно буржуазные. Такие, да. Какие партии победят? Буржуазные. Я вас информирую, товарищи, что 16 числа победят буржуазные партии. Это непреложный вывод. И мне для этого не надо там пересчитывать. Некое, давайте сделаем прозрачное. Да сделайте абсолютно все прозрачное. Вот если все будет честно, то точно победят буржуазные партии. Потому что все будет в соответствии с тем, что какая экономика, такое и сознание. Поэтому дураки, которые думают, что можно переломить экономику, так сказать, просто с помощью сознания, так просто не получается. Большевики никогда не надеялись, например, на то, что они получат большинство в парламенте. У них там второе место было в учредительном собрании. Поэтому они это не рассчитывали, советы создавали и поддерживали советы. Говорили, советскую надо власть. Это тот органы, которые создаются трудовыми коллективами, они потом берут власть. И с помощью этой власти мир народам, значит, фабрики рабочим, крестьянам землю, привлекают на свою сторону большинство народа. Государство – средство привлечения большинства, а не наоборот, не большинство. Эти средства завоевания власти в государстве. Информирую, есть такая у Ленина работа, выборы, учредительные собрания и диктатура пролетариата. Там это все очень толково разъяснено. Это единственная работа, где прямо посвящено. А как это люди, не имея большинства в парламенте, взяли власть и создали такое могучее вообще общество, и могучую экономику и так далее. Итак, государственно-монополистический капитализм. Это уже было в начале 20 века. Государственная монополистика. Это что значит? Что государственная собственность некоторые путают с общественным. Это даже при социализме не так. Что такое общественная собственность? Это общество, собственность. А государство – это же не общество. Это люди, которые стоят над обществом и управляют. Они могут в интересах общества управлять, если общество их контролирует. Или они, так сказать, и принадлежат такому классу, который как раз представляет меньшинство, и тогда эта государственная собственность не является формой общественной. Пока у нас вот в СССР государство было государством диктатуры пролетариата до 1961 года, это было государственная собственность была формой общественной. А как только отказалась от диктатуры пролетариата, она стала уже формой частной собственности. А где, как, где частная собственность? А вот, все вот это, вот вся эта команда управленческая, которая раньше служила рабочему классу, а следовательно всему народу, она служит самому себе. И вот если бы она не переделила это все, то получилось бы государственный монополистический капитализм. Как в Белоруссии. Там же не разрезали крупные предприятия на мелкие, чтобы приплывшие империалистические акулы, монополии иностранные схрумали это все. Да. Кировский завод не разбивали на кусочки, не уменьшали. На Украине это и то более крупные предприятия, чем в России. У нас было 35 тысяч на Кировском заводе, а сейчас 7. Там на Светлане было 40 тысяч, а сейчас 3,5, 4 и так далее. Десятки раз. Я когда-то при советской власти работал в автопарке, здесь недалеко, на улице Киевской, а на углу с Московским проспектом был первый ГМЗ, государственный молочный завод. Ну, да. Все сломали, там теперь частное жилье выстроено. То есть завод этот, например, в центре города нужен только для того, чтобы сначала его приватизировать, после этого ликвидировать, станки продать на цветмет, территорию зачистить, построить жилые дома, продать, вот выгода. Ну, вот, а кто при этом остался без работы, а куда они пошли, а какая государству польза, по-моему, государству это не интересно. Вот те люди, которые это делали, они свою прибыль поимели. А даже класс капиталистов, он вообще-то он не может пока развивать экономику. Ну, а как же так? Вот, допустим, мы живем в окружении, ну, многим идиотам кажется, что врагов у нас нет, но мы живем в окружении недобрых соседей. Ну и что? И соседи живут в окружении недобрых, и все это понимают и предпринимают некие меры, да? Да, но у меня меры другие. Если я крупный капиталист, мне надо карман свой набить. А с окружением вы, пожалуйста, и боритесь, я вам не мешаю. Вот, да. И это правильно. Ну, и вот эти граждане. Потому что капиталист... Нет, это не идет. И капиталист – это персонифицированный капитал. Капитал стремится к своему самовозрастанию. А вы нас призываете к тому, чтобы мы сообща с вами боролись против. Вообще-то, во всех странах, где уже зрелый капитализм, у нас же он новенький, у нас был капитализм. Старенький, который был, когда были из купцов, из инженеров выходили капиталисты, из крупнейших организаторов, сейчас из жуликов, из всякого рода проходимцев.
Ну, сколько проходимцев сейчас сажает наш следственный комитет, так сказать? Много. Много. И видно, из кого они берутся. Вот каждый день открываешь газету нашей буржуазии и считаешь там в российской газете. И этого посадили, того посадили. Ну, хорошо, хоть сажают. Но надо, кроме того, что сажать, я за то, чтобы сажать. Я еще и даже за то, чтобы и расстреливать немножко взяточников. Немножко. Потому что если вы их не будете расстреливать, то взяточничество не искоренишь. И даже с расстрелами не искоренишь. Потому что, когда человек видит миллионы, а не дай бог миллиарды, он готов пойти на все. Это все написано. Нет такого преступления. На который бы не пошел «Капитал». Это причем написал не Маркс, это Маркс процитировал «Капиталь». Да. Поэтому, кто думает... Ну, вернусь чуть-чуть назад, Михаил. Да, вернемся. Ну, назад. Вот государство, да, внутри которого живут эти самые капиталисты. Нет, государство не внутри. Государство – это орган господствующего класса. Поэтому, как орган господствующего класса, он должен осуществлять интересы этого класса, если он не оппортунист. Угу. И вот, если он не оппортунист, он должен что сделать? Он должен запланировать политику и действия своего класса. Запланировали у нас государство, запланировало экономическое развитие, нет? Но если у нас государственный монополистический капитализм, если у нас частная собственность класса капиталистов, государственная собственность, ну почему там нет плана? Вот план есть на каждом капиталистическом предприятии. Вот вы говорили про строительство, надо было спланировать. Убрать это промышленное предприятие, так, спланировать, да. Построить там дома. Это все планирует. Любой капиталист отдельный планирует. Как только они собрались, вот у нас государственный монополистический капитализм, надо думать не о том, чего продать, а о том, как запланировать, что дальше это будет. Ну, продадите вы, а потом вас... Ну, не здесь уничтожат, другие да. Пойдут уничтожат. То есть, нужно планировать. Можно ли планировать? А планировать можно, говорят, при социализме. Нет. Планировать можно в рамках единой собственности. Вот если у вас государственная есть собственность, давайте посмотрим, что у нас сейчас, пока еще не распродали. Угу. У нас Роснефть – государственная собственность, Газпром – государственная собственность, Ростехнология в прошлом году – 17% прирост промышленного производства. Это мало кто услышит. Дескать, ну, мы не можем развиваться, да, потому что там развивается, потому что это относится к оборонным отраслям, и там идет бурное довольно-таки развитие. В том же самом Нижнем Новгороде товарищи сообщают, что там где просто падение страшное было. Производство сейчас вот в прошлом году на 7% выросло. Угу. Вырос объем производства. Это не так все это, что везде все растет. Нет, там, где планируют, где намечают, соответственно, вкладывают, там идет этот самый рост. Кто мешает в рамках государства? Перечисляем дальше. Ростехнологии я назвал. Вертолеты России – государственное предприятие? Государственное. Корабли у нас строят. Это что, частные лавочки их строят? Вы подводную лодку построите в ларьке? Нет? Нет. Государственная собственность для этого. Дальше. У нас двигатели строения, товарищ Медведев, выступает. Мы, говорит, должны уходить из экономики. Но если мы уйдем, говорит, отсюда из двигателя строительной отрасли, у нас вообще не будет своего двигателя строения. Значит, остановить наше все строительство подводных лодок, кораблей, да, и гражданских судов и так далее. Значит, мы создаем двигатели строительной корпорации. Те говорят, с природа, у нас плохо с приборостроения. Ну, так создали приборостроительную корпорацию. Вообще у нас все есть в малом количестве. Вернусь к вопросу. Да. Вернусь к вопросу. Вот, у нас есть государство. Есть. У него есть... монополии, да, да. Добычу газа, нефти, да, природных, да, ресурсов. Да. Это государство должно строить, да, станки, там тяжелое машиностроение. Да. Не обязательно только. Нет, оно и не вдруг. Не, и не вдруг. Обязательно оно должно строить. Это должно будет строить всему государству. Ну, вот ключевую роль, да. Нет, не просто ключевую роль должно играть. Вот это частная собственность, класса капиталистов, единая. А дальше то, что вы в розницу имеете, это заказы будут. Давайте мы вам заказы будем давать. Вы любите вот заказы государственные? Конечно. Вот и все. Кто вот, не... Какие проблемы? То есть жалко, надо сделать... мне их не дают. Да. А знаете, почему вас не дают? Да. А потому что как давать? Сейчас только есть отдельные национальные программы. А чем они хороши? Тем, что они хороши, что они отдельные. Поэтому если из них деньги выкачаешь себе в карман, то это не будет заметно. А вот если у вас единая программа для всей страны, но если вам выкачаешь, мне не достанется. Мне выкачаешь, вам не достанется. Давайте, так сказать, ее обнародуем и сделаем. И такой замах был. Была концепция развития, социально-экономического развития на 20 лет. Ну, концепцию подписал Владимир Владимирович, она через правительство не прошло. Это не постановление правительства, не нормативное. Угу. Через Думу не прошло. Ну, через Совет Федерации не прошло. Законом не стал. Даже постановления правительства не было, и это уже было бы то, что нужно выполнять. Академия наук не знает, куда ее деть. От нее отобрали все институты сейчас. Угу. И что? И вот один замминистра
финансов командует сейчас всей исследовательской работой, вот всеми этими институтами. А Академия наук не лучше разберется, там ученые не лучше разберутся, как вообще направление технического прогресса осуществлять. Вы хотите план просто или план научно-технического? Говорят, умная экономика, что у нас экономика знаний, у нас экономика НТП нововведений. Ну так вы науку, так надо, чтобы Академия наук составила план развития государственной собственности в стране. А она может составить. А вот дальше, вот это главное, это стержень такой, эшелон основной. И так и делается и в США, и во Франции. В Южной Корее вообще 6 пятилетних планов было. 6. Ну, те, кто плохо руководил, их посадили в тюрьму. Ты там 2 президента посадили в тюрьму в Южной Корее. Возвращаюсь обратно. Вот государство, которое в первую очередь, как мне кажется, обеспокоено вопросом собственной безопасности, неприкосновенности, суверенитета, иначе его порвут на куски. И вдруг в рамках этого само государство распродает то, на чем оно стоит, то есть ведет себя к самоуничтожению. Это зачем? Ну, это не так. То есть, если люди не делают чего-то позитивного, то оно само собой рассыпается. Если вы не делаете плана, если капиталист, я вот капиталист, получил большой, не будем расспрашивать, как я его получил. Да? Сейчас ведь не спрашивают. Вот я миллион могу провести в чемодане через таможню? Сложно. Нет, не сложно. Дальше скажу, как специалист. Не сложно. Вот руководитель таможни рассказывал в газете, что вот у нас миллион, если я везу, надо только декларацию. Я тебе везу $1 000 000. Или аналогичные, так сказать, купюры, но на миллион, не больше. И если я, конечно, не написал декларацию, меня не пропустят. Если написал, везу миллион, все в порядке. И такие вполне приличные люди в таких же костюмчиках приходят, провозят 5 Провезли из России в прошлом году, и 3 обратно. Ну, идет этот. И я специально люди работают. Дескать, я вам дал чемоданчик, вы поехали, там сдадите кому надо. Только надо, чтобы там правильно встретили, а здесь правильно проводили, а то уже и не будет того человека, и чемоданчика, и так далее. И что придумала таможня? Надо, говорит, все-таки, чтобы они объясняли, все-таки, сейчас как-то законом где установить, где взял. Ага. Спросите меня, где я взял этот миллион? Где вы взяли? Бабушка подарила. Объяснил? Конечно. Ну, все. Вот это вот. Это как про взятки. Это сейчас не взятка. Чуть-чуть вас перевью. Вот мне вот все время интересно. Ты вот взятку дал, а ты взятку взял. Да? И у тебя образовались, говорим про того, кто взял. И у тебя образовались средства, которых раньше не было. И ты на них купил себе новый дом, хорошую машину. Да. А налоговая декларация, как это вообще? Это связано как-то? То, что ты купил, например, это машину слабо связано. За 150 тысяч долларов, связано, которые ты не заработал. А куда смотрит налоговая? А никуда, ей не надо за этим смотреть. А если посмотрит налоговая, то машина записана на маму. Ну и что? Маме там 83 года, а мама, где ты деньги взяла? Пенсия так была. Так это когда люди говорят о свободе, они это имеют в виду. На кого нет, хочу, на того и запишу. А не должно быть никакой свободы. Это не если хотите, ты не можешь вы хотите отнять у нас свободу. Да, если ты не можешь задекларировать эти средства, сесть должен лично ты, который купил. А если ты не виноват, то сесть должна твоя мама, которая при пенсии в 5000 рублей купила машину за 100 тысяч долларов. И не может объяснить. С одной стороны, а самое главное, все у тебя и у твоей семьи должно быть конфликтно. Конфисковано, немедленно, просто без разговора. Во-первых, так сказать, с этим вот я не могу не согласиться с тем, что вы сказали, потому что это правильно. Правильно. Во-вторых, с этим согласен полностью председатель Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Он добивается того, чтобы конфисковали у всей семьи. Обязательно, у всех этих взятых преступников. И никак не может пробить. Не может пробить. Вот вы согласны, с нами Бастрыкин согласен, мы с Бастрыкиным согласны, не может проверить. А он старостой был группы, где был Владимир Владимирович, учился у нас в университете. Хороший человек, борется за государственные интересы и так далее. В чем проблема? Проблему нельзя решить только вот негативом. Да, сажать, можно даже пострелять, но надо позитивную линию. Дайте вот, давайте составим план развития страны. Правда, надо будет не приемы устраивать, а не встречи, а нужно будет сидеть, как товарищ Сталин это сидел. Это мне сразу напоминает вот все перестроечные. И выполнять. Все перестроечные вопли о том, насколько отвратительно советская административно-командная система. А у нас не было запланировано, а у нас не было административно-командной системы. Никаких планов быть не должно. У нас была, разрулит все сама. Это была буржуазная теория центрально управляемого хозяйства. У нас было централизованное. И это вот сказать, дураки дуракам впаривают, что, дескать, все из центра планируют. Да глупость. На уровне правительства номенклатура утверждалась 1000 штук, 1000, десятки миллионов товаров, 1000 только на уровне правительства, обобщенные. На уровне отраслей 17 тысяч всего на всю страну.
А все остальное на уровне, так сказать, этих самых регионов. Поэтому централизованное начинается оттуда, и дальше тут. И тут же надо сделать при капитализме, также в рамках одной собственности, если это капитализм, империализм. Вы же не можете частного собственника включить просто в план. Нет. Вы можете сделать план вот на государственный сектор. Почему на государственный сектор нет плана? Это же единая собственность класса капиталиста. Вы чего, у вас порядка нет? Вот, так сказать, в вашем секторе, в секторе, которым сообща владеет капитал российский. Он еще владеет и сообща, и не сообща. Вот там, где не сообща, это нельзя включить так просто в план. Как-то вы будете директивно заставлять что-то делать или вот там как-то обязывать. Ну, можно там в отношении платы и так далее. Обратите, кстати, внимание, что декларация не входит, а сколько у меня акций. Я вам покажу, что у меня есть маленький этот автомобильчик, вот, что у меня есть столько-то земли, и домик у меня есть. А вот сколько акций у меня? На 2 миллиарда, на 3 или на 5? Вы обратили внимание, что нету в декларации такого? Нету. А главная собственность – это акции. Главная собственность – это капитал. Это не эта ерунда, которая вот для людей, для народа, так сказать, показывает, что, дескать, мы контролируем. Ничего не контролируем. И из этого ничего не следует. Вот у Бельянина нашли очень много денег. И что из этого? А ничего. Хороший человек должен хорошо получать. Или как они зарабатывать. Хотя народ-то знает, что от трудов праведных... Не наживешь палат каменных. Да. И поэтому вот это понимают люди, так сказать, соответствующие системы, что надо сразу сажать еще нельзя, потому что надо еще записать, где и что, и исследовать. А то, что он уголовник, это ясно. Совершенно понятно, что это не он, это не то, что не заработал. Это уж само собой не заработал своим трудом. А он даже незаконно получил, как правило. Что мы и наблюдаем чуть ли не каждый день. Возвращаясь к нашим баранам. Вот надо создать план на государственный сектор. Если это наш класс не создает, его побьют. Страну растащат. Поэтому он находится под угрозой. И руководство. Частично понимает, частично не понимает. Вроде и хотят что-то запланировать. И все по частям только. Отдельные куски там, и отдельные программы. А если они не увязаны между собой, то из этого ничего не получается. То есть надо сделать единый план. Академии наук поручите и проконтролируйте, и примите в Думе. А вот дальше, ну это будет узкий такой клин экономический. Потому что это у нас что? Империализм. Это не социализм. И тут не может быть планов на всю страну. Вот мы планы. Но, а дальше? Ну дальше вот вы уже ответили, что если я вам дам заказ, вы его возьмете. Все рвутся, бьются за заказы. Раньше при социализме кричали, отбивались от плана. Сейчас говорит, дайте мне заказ. Потому что он знает, что если будет заказ, будет гарантированное финансирование. Кто откажется? Итак, мы делаем. Так и делают во Франции, и в Америке, так и делают и в Корее. Это первейшее, потому что государство самое надежное. Сделайте правильно, сделайте государственный план, только на государственную собственность. А туда не надо делать, боже упаси, на что-то. Какие планы могут быть у нас? А вот на остальное заказы. А в итоге вы получите такую программу с ядром таким, государственное планирование, и программу развития России. Есть программа развития России? Не слыхал. Нету. А если нет программы... А вот может ехать быстро машина в темноте, если у нее не горят фары? Может, но недолго. Да. А вот мы, может, недолго и поедем. Если так будет дальше. Надо включать большой свет. Весь смысл того, о чем я говорю. Я почему сказал, что я говорю то, что знаю, а не просто мнение высказываю. Но я хочу сказать, что это нормальные люди, все это тоже знают. Но кто не знает, что если у вас общая собственность, такой план-то составьте. Если вы капиталисты, вы о своей, так сказать, собственности подумайте. Я же не говорю о собственности рабочих, или крестьян, или служащих, или интеллигенции, или собственности профессоров. Но вы собственность капиталистическая, это государственная собственность. Это не собственность всего народа. Она и при социализме была не всего народа. Государственная собственность была формой общественной собственности. А поэтому, когда государство стало другое, то государственная собственность перелицевалась уже в капиталистическую. А общество стало уже... жертвы этого перелицевания и все, переделки. Поэтому, значит, вот получается такая красивая система. Спрашивается, а что те сразу люди скажут? Деньги надо для этого. Ну, чтобы государственную такую программу финансировать. Я говорю, а чем будем финансировать? Как из чего? Сейчас расскажу. Первое. У нас денег, Дмитрий Юрьевич, сколько много. Вот смотрите. Значит, первое условие каждого капиталистического хозяйства, мы же о капиталистической экономике говорим, не о социалистической, это амортизация. То есть, средства производства изнашиваются, и надо их заменять. Да. С каким сроком надо, как вы думаете, заменять? 100 лет, да?
Не знаю. За 100 лет или Ишак умрет, или мир умрет, или я умру. Поэтому можно спокойно писать и деньги эти перекачивать куда? В прибыль, амортизацию в прибыль, из прибыли в офшоры. А из офшоров уже товарищ Путин и товарищ Медведев хотят вернуть назад, но рыба уплыла. За хвост, если будешь хватать, некоторые, может быть, и вытащите, но мало. Надо здесь сначала смотреть. Значит, сколько у нас денег должно пойти на амортизационные исчисления, если десятая часть средств производства должна обновляться. И это идет в издержки, не в прибыль. Издержки производства, в себестоимость. У нас 73 триллиона оценка основных производственных фондов. Значит, десятая часть от них каждый год 7,3 триллиона. А мы что читаем? По какие-то миллиарды жалкие, которые идут куда-то там. Дадим вам, чтобы вы что-то там добавили, подстроили, пристроили. Так. Куда вы дели 7,3 триллиона? Вот 7,3 триллиона государство должно за этим прежде всего следить. Не потом откуда-то брать, а вот это прежде всего. Вот эти 7,3 триллиона, кто отсюда возьмет, он разрушает основу, на которой вообще базируется Россия. Растаскивает Россию по частям и вывозит в офшоры. Потому что, ну, все стареет. Вы же видите, что происходит. Старье, все. Потом говорит, это старое у вас, давайте снесем. Большевики виноваты. Большевики виноваты. Плохо построили. А царь, знаете, в чем виноват? Не заготовил на 70 лет продуктов, зерна для большевиков. Да. А сейчас большевики виноваты. Это старая песня, мы это все знаем. Слышали, да. Итак, значит, амортизация. 7,3 триллиона. Дальше. Если у нас капитализм, то вообще-то надо вот прибыль. Что из нее делать? Если капитализм. Вкладывать в развитие, по всей видимости. Да, накоплять, это называется, да. Накопление капитала. Ну, давайте 60% накопляем, а остальное вы там разматываете, ездите по куршавелям, куда хотите. Угу. Но 60% вложите, так что государство должно делать? Амортизация, следить за ней до уголовной ответственности, вот до кого надо ловить. Это уже потом последствия. Вот если он не сделал, так сказать, не вложил то, что он должен вложить, как вот эту самую долю амортизации, не обновил свои производственные фонды, и он не может быть капиталистом. Капиталистом не может быть, гнать его надо. Угу. Второе, если он не накапливает, ну, допустим, 60%, ну, там может быть разные, там кто 70 считает, кто 40, а вообще не накапливает. То есть, что берут? Берут прибыль и проматывают ее. Как проматывают? Ну, чтобы где-то получить вот рантье. Что такое инвестиции, в переводе на русский язык? Знаете, что такое? Вложение. Инвестор – это рантье. Ну, что такое рантье? Кто ничего не делает… Получает процент. А получает процент. Да это кто такой, кто ничего не делает? Сначала это были ростовщики, а потом это были уже при капитализме рантье. Это самый худший вид буржуа. Самый лучший вид, я говорю, в промышленности работают, там торговая идет, вот, а дальше банки идут, а дальше, а рантье это вообще самое никчемное, и все ждут инвестора. Хотим кто такие инвесторы? К нам кто вывозит капитал сюда, привозит, говорят, инвесторы иностранные, они что делают? Они хотят эксплуатировать наших рабочих и прибавочную стоимость законным путем вывозить к себе. Это нормально. Для империализма это нормально. И никакой это не инвестиция, это вывоз капитала. Это ограбление страны, России. Ну, если вы хотите, так сказать, Россия-то ничего, в общем, не вывозит, а Россия, я имею в виду, капитал. А если вы деньги имеете в виду, которые от нас уплывают, это не вывоз капитала, это вывод денег. Это вывод национального богатства. И он уходит за границу. Угу. Значит, вот у нас деньги сумасшедшие. Какая часть? 60% от прибыли всех наших капиталистов возьмите, и вот это вложите. Пусть они не надо в государственную собственность, никто у них ничего нет. Вы в свою обязаны. Если вы в свою не вкладываете, вы не капиталист. А если вы не капиталист, нечего вам тут делать в капиталистах, надо выгонять. Угу. Это уголовная должна быть ответственность. И административная. И есть кодексы соответствующие. А то вот у нас выборы, думаю, они там разговаривать будут. Примите соответствующие статьи. Вот сейчас мы ожидаем, чего мы ждем от них, чтобы они приняли статью о государственном плане. Что, думаете, никто не предлагал? Вот советник президента, товарищ Глазьев, предложил на заседании комиссии Межведомственного совета безопасности России, что надо сделать государственный комитет по стратегическому планированию. И план есть по стратегическому планированию. Что ничего не хватает? Выполнять то, что вы наметили. Выполнять надо. Вот чем отличался товарищ Сталин от других руководителей? Он, вы знаете, он выполнял то, что объявлял. А чем отличаются другие руководители? То, что они не выполняют то, что они обещают. Все есть. Это, вы думаете, это моя идея? Вот стратегическая идея? Это закон о стратегическом планировании принят. Но ничего нет плана. Закон есть, а плана нет. Почему? Тогда они хотят. А кто не заинтересован и почему? А по отдельности. Они вместе заинтересованы, по отдельности нет. А как заставить?
А вот сейчас их капиталисты заставляют, нас уже события заставляют. Если вы этого не сделаете, не будет России, и вас не будет, и капитала вашего не будет, а вас убьют. Ну и тут мы возвращаемся. А вот посмотрите, они понимают, что их убьют, нет? Понимают. Понимают? Дмитрий Анатольевич понял, когда он увидел, когда Каддафи разорвали в клочья, вот нас с вами еще не разорвут. Первые, кого будут рвать, это президент и премьер. Ну, мы это видели. Да. Ну, что было в Ираке? Там Саддам, повесили, да. На всякий случай. Угу. А что он сделал? А ничего. Нет, он законно избранный президент. Он демократический. Я не люблю этого самого Саддама Хусейна. Но он не наш президент. Почему я должен, так сказать, заниматься тем, чтобы, так сказать, вот чем-то им занимался? Угу. Придумали какую-то чушь насчет того, что там есть оружие вот массового поражения. Этого все пришли. Достаточно. А уж Сливи даже и предлога не придумал никакого хорошего. Кто это сейчас нагоняет сюда, беженцев в Европу? Кто это сделал? Как кто? Вот те, кто прилетели в Ирак, в Ливию, они, значит, уничтожают светские государства, превращают их в исламские государства. Вот, скажем, исламское государство теперь там формируется в Ливии, в Ираке тоже уже это не светское государство. А потом говорят, вот наплыв беженцев, надо как-то эту проблему решить. Так вы это сделали, проблему-то. Но это-то они сделали. А что бы они сделали в Сирии, если бы не Россия? Вот Россия, можно сказать, вот нашему капиталу сделать комплимент российскому, что его государство – единственное государство, которое противостоит фашизму на экспорт в современной России. Вот я могу его любить, могу не любить, но факт-то надо признавать. Вот я признаю такой. Нету другого государства. Я бы похвалил Китай, но он, вот, он просто за нами, он тоже голосует. Если мы в Совете вето наложим, то и Китай наложит. А если мы не наложим, как в случае с Ливией, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, дескать, ну да, вот надо это что-то там разбираться, то и Китай тоже тогда не проголосовал. Никто вот впереди, то тут Россия, вот в этом смысле защитница народов пока. Ну так складывается исторически. Я должен это дело констатировать. Я могу каким угодно быть, хоть коммунистом, хоть никому, но я должен факты признать, что российское буржуазное государство борется с фашизмом. Но это не новость. Вон, американцы боролись же с фашизмом, да, вместе с Советским Союзом. Да. А англичане боролись. Да. А Рузвельт был антикоммунист, а Черчилль супер антикоммунист. А боролись с фашизмом. Так давайте похвалим этих людей. Ну так давайте вы сейчас сделаете, как в других капиталистических странах. Возвращаемся к деньгам. Посмотрите, что амортизация раз, накопление два, третье. А третье это почему у нас в России до сих пор плоская система налогообложения. Вы почему не хотите использовать опыт государственных монополистических держав? Что такое плоская система? Никто плоская система – это значит 13%. Это значит, у нас налог 13% с любых доходов. Угу. Вот если вы получаете 50 тысяч – 13%. А если я 50 миллиардов получаю – 13%. Могу привести отличный пример. В детстве я очень любил британскую группу Led Zeppelin. Вот. Группа Led Zeppelin докладывала, что налоги с выступлений талантливых исполнителей в Британии 98%. То есть 2 копейки с рубля тебе, а 98% в казну. Вот. Вот и я вам докладываю теперь по Франции. Представляете, если бы у нас с Киркорова столько денег брали, а? Да, это или это, ужас со Стаса Михайлова. Это все равно мелочи. Вот надо брать прежде всего. Я про общественный эффект, конечно, какой стоял, конечно, бы крик в вой. Конечно, конечно. Вот Франция. Мы уважаем же Олланда. Уважаем. Олланд, у него какой процент там с высоких доходов? Докладываю, 56,8. Неплохо. Если вы получили... Больше половины, да? Ну, конечно. Вы получили, ну, скажем, сколько, значит, миллиард евро. Угу. Сколько вы должны отдать налогов? 560. 568. Не надо зажимать 8-то. Ага. 568 тысяч хотели. Ага. А вы хотели 8 тысяч уже сразу раз? Да, нет, это государство. А Олланд предлагал. Не помните? 75. Нет. О, такой шум был. Неплохо. Даже этот Депардье оттуда уехал. Говорит, о, у меня заберут. Вы же вот вспоминаете. Вспомнил, да. Ну, не надо. Это, они пускай поют, там, получают. Это другое. Это другая тема. Давайте решим коренные экономические вопросы. Чем мы нападаем там на... Они уж как пристраиваются к той системе, которая есть. А думаете, проигрывают этот капитал? Вот смотрите. С него берут 56,8. Угу. Да, процента с высоких доходов. Ну, с низких, чем ниже, тем меньше берут. Да. Там совсем с низших вообще ничего не берут. Вот поступили эти деньги в государственный бюджет. Дальше? А дальше будут заказы государственные. Кому? Им же. Ну, конечно. Вот. Вот просто... Кто бы мог подумать, кто а? Кто бы мог подумать. И я-то вложил столько, а получил я... Больше, потому что при этом, ну, ясно уже не всем, кто с кого собирает. Собирает-то со всех,
А заказ-то будет кому? Ну, кому, вот скажем, заказ будет на Крымский мост? Все, кому попало? Нет. Заказы государственные крупные будут только тем, кто может действительно крупное что-то сделать. Вот и все. Поэтому не страдает, не надо. Это вот опять оппортунизм нашего, так сказать, нынешнего доморощенного, пока слабого капитала. Он никак не понимает, ты хотите большие деньги, так вы сделайте, так сказать, систему государственных заказов и будете получать большие деньги. Но для этого надо сначала брать. Но это получается. Но брать-то большие будут со всех, а получать-то будете вы. Вы это хотите, так вам и будет это. Нет, не берут. Ну, поскольку психология, она сиюминутная, вот да. У нас корова. Да. Психология у нас такая. Да. Сейчас мы на нее напрыгнем, откусим кусок мяса из бока и убежим. Да, мы вместо его... того, чтобы ее кормить, доить, молоко, сыры, творог, зарезать на мясо. Молока у нас мало, потому что поголовье коров сокращается. А зерна мы на экспорт отправляем много, потому что зачем нам столько зерна? У нас коров все меньше и меньше. Свое не надо, да? Да, ничего, нам вы будете добавлять просто в молоко этот... Пальмовое масло. Ну, вот мне ничего не надо говорить. Все все понимают. Все просто... Вот видно, что здесь квалифицированные люди сидят. Я говорил, что я вот хотел сказать, что я это знаю вроде как экономист, да, как профессор по кафедре экономики. Но это, в общем-то, нормальные люди, все знают. Это все вещи. Надо просто из них сделать нормальные выводы из этих выводов. Значит, это об этом все говорят. Ну, и Глазьев об этом говорит. Советник президента. И пока еще ВОЗ и там. Угу. Глазьев больше говорит. Он говорит о том, что у нас весь финансовый блок действует в интересах иностранного капитала и обслуживает иностранный капитал. Ну, это вот он доложил Совету Безопасности. Совет Безопасности пока думает. Видимо, Совет Безопасности как раз состоит из тех, кто этим занимается, нет? Ну, не совсем. Там возможно, это друган. Вообще, Совет Безопасности – это очень хороший орган. Туда вот все ключевые структуры. Они вот если решат, это будет как Политбюро в России. Дальше и в Думе все пойдет хорошо. И в правительстве все хорошо. Надо, чтобы Совет Безопасности... А Совет Безопасности еще колеблется. Ну, может, он посмотрит нашу передачу и скажет, вообще-то надо решать. Потому что, ну, что это такое делается-то? Уже люди обычные, простые. Вот. И то уже это понимать, что вообще куром насмех то, что происходит. И что, если люди не понимают, ничего, не надо изображать деятельность. Надо заниматься осуществлением интересов господствующего класса. Это задача каждого государства. Вы же боролись за капитализм. Ну, доборолись, давайте. Но только современный капитализм, монополистический, государственный. Создавайте план, давайте заказы. Финансируйте. Вот финансирование. Один источник. Второй источник. Где можно, так сказать, где такая есть страна, где можно, ну, кстати, вот насчет плоской системы, больше нигде, кроме как в России, нету, потому что в Англии там где-то 50% берут с высоких доходов. В Соединенных Штатах Америки 33%, мало. Угу. Но 33, а не 13. Так, в Австралии 50, в Италии, 50, ну, где-то вот 50 и выше. А 75 ну, хотел социалист. Кто сколько может себе позволить? Да, да. Вот кто позволит, тогда вот там развивается капитализм быстрее. И тогда они богаче. И производительность труда во Франции была выше еще, когда у нас Советский Союз был. А сейчас она тем более, так сказать, намного выше, чем в России. Потому что они дальше идут вперед, будучи капиталистическими, а мы вот все туда-сюда перестраиваем, и даже капиталистическую экономику не можем построить как надо. А почему нет механизмов, которые могли бы заставить? Механизмов вообще нет, потому что если был механизм свободной конкуренции, этот механизм уже не работает. Все, монополистическая экономика. Это все пытается ничего не делать, а свое неделание свалить на то, что пусть рынок все решит. Рынок все и порешал. Расскажите, что рынок сделал с нашими предприятиями. Я думаю, мне вообще не надо на эту тему говорить. Это вот люди будут рассказывать, что у нас уничтожено. В образовании, в культуре. И, наверное, все понимают. Сейчас мы говорим об экономике. Но чего вы требуете пенсии? Как они могут повышаться, когда у нас экономика падает? У нас что, прирост или падение? Сейчас, в этом году. Падение. И так это уже привыкли к этому падению. И есть у нас министр экономического развития, который говорит, Улюкаев, надо привыкнуть к новой экономической реальности. У вас есть еще дырка на ремне? Еще туда, следующую дырку. Угу. Поставьте свой ремень, и все. В этом его деятельность. Единственный человек из всего правительства, который только и занимается производством, это Денис Мандоров, это министр промышленности и торговли. Это вот раньше у нас были Министерство тяжелого машиностроения, легкого машиностроения, общего машиностроения и так далее. Я что-то про такого даже и не слышу. Раньше было. Нигде не слышал. А все, промышленности и торговли одно. Денис Мандоров, он что сделал? Он понял, что наши банки не дают никакого финансирования. Потому что они что делают? Наши банки, они берут в Центробанке под 10,5% на сегодня процентов, добавляют свои 7, получается 17,5%, и говорят, берите кредит. У меня максимальная прибыль
норма прибыли, ну, 10%, это очень хорошо. А вообще, вот, ну, там, американские фирмы, международные компании, 3%, если есть, при рентабельности, то есть в отношении прибыли к капиталу, это очень хорошо. Так вы давайте больше объема, будет у вас несметное количество прибыли. Нет, мы давайте, значит, сделаем, пытаться будем нарастить норму прибыли. Но если у меня 10 норм прибыли, я капиталист, пришел к вам в банк, вы говорите, 17,5%. Я подумал, да, все равно я пропаду. Давайте я возьму и у вас, и в том банке, и в том банке, и в том, пока я авторитет. И буду отдавать по очереди. Нет, отдавать, ну ладно, зачем? Для этого придумано банкротство. Вот если я обанкротился, это же здорово. Да, вот только что я у вас взял деньги, перед. И тут говорю, Дмитрий Юрьевич, я обанкротился. То есть вы как бы должны меня пожалеть. Так получилось. Вы должны меня пожалеть. Уже и отдельным лицам тоже оформляют банкротство, но за большие деньги. Знаю, да. Сами вы не оформите, но вам могут помочь юристы за соответствующие деньги. Если у человека денег нет, но он должен 60 тысяч отнести этим юристам, они оформят, и он скажет, я набрал долгов у меня больше нет. Почему? А я обанкротился. Пример. Кехмана знаете? Конечно. Ну, наш руководитель Михайловского театра. И там очень бывает хороший спектакль. Я вот был, он очень хороший. Сам бывал, да. Замечательный. А он и Новосибирского художественного руководителя театра, да? И он банановый король. Он в свое время на 4 миллиарда взял у Сбербанка. И что? А он их и не отдает. А вот раз он и не отдает, он пошел в английский суд. Ну, человек, так сказать, мира. Он пошел в английский суд и там оформил банкротство. Наши сказали, нет, мы не признаем. Банкротство по-английски. То есть банкротство это что? Да, 4 миллиарда не отдавать Сбербанку. Угу. Хорошо, английский суд решил. Но он говорит, нет, молодец, так при чем тут? Да. Молодец. Здорово. То есть он там, вот если бы так государство действовало, так вот, заботился об общих интересах. Он о своих-то позаботился. Так, тогда он пошел в российский суд и тут оформил банкротство. Тогда начали искать эти все-таки суетливые судебные исполнители, все-таки что у него забрать? Ну, какую-то квартирку нашли, которая вроде бы его. Вот ее можно тогда взять и в счет этих 4 миллиардов. А больше ничего нет. А да? Больше ничего нету, да. Вы ко мне приходите, вы знаете, вы, конечно, помните КВН-49 телевизор, да? Конечно. Вот уже молодые-то его не знают. А вообще какой, помните, экран был такой. Лиц. Наливали воду туда, воду, и вот да. Это большой уже получался. Так вот, вы приходите ко мне из органов, вы же там и работали. Да. А он, и говорит, спрашивает, Михаил Васильевич, а где ваш вот собственный? Я говорю, вот КВН-49. Ретро. Угу. А это жены, а это детей, а это теща. И все. И ничего. Ничего нет. Да. Поэтому... Понятное дело, что происходит. Поэтому что могут сделать наши капиталисты? А промышленные, хорошие, которые хотят развивать промышленность. Они им говорят, давайте под 17%, 22%, 23%, 24%. Ну, все. Они идут, побежали куда? За границу. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки на уровне 0,5% двигается. Вот они говорят, что собираются повышать. 0,5%, 0,5%. Да. Собираются повышать. Но что-то останавливается, не хотят. Это потому, что будет тормозить развитие экономики. Нам уже приходилось на эту тему говорить, что будет развиваться экономика, будет снижаться, повышаться производительность труда, соответственно, затраты, и цены пойдут вниз. И будет инфляция ваша меньше, или она пропадет. Потому что, скажем, там, где очень быстрый рост производительности, там снижаются и цены, например, на вычислительные техники, так сказать, товары и так далее. Так вот, куда? Туда бежали люди. 500 миллиардов долларов должны наши российские компании. Государство ничего не должно, практически ничего не должно. Все, так сказать, это уплатили. А наш бизнес должен. А почему? Кто его туда погнал? Ну, как кто? Центробанк погнал. И двухуровневая эта система, что значит раз, раз. А вы сделаете один банк, чтобы он деньги платил. Не надо будет. А это отделение просто. И все деньги сохранятся. Вот у вас там лежит 3 рубля, и будет 3 рубля. У меня лежит 3 миллиарда, и будет лежать 3 миллиарда. А какая мне разница, это отделение одного банка или это отдельный банк? Там столько банков наделали, по одной улице пройдешь 10 банков. А раз они ничего не обеспечивают, не обслуживают производство, не берут, так сказать, деньги там, где они временно не работают, и не отправляют туда, где они должны работать. Да. Вот они тогда не банки, а ростовщические конторы, ростовщики. Я могу поделиться с вами личным опытом. Как-то раз я хотел затеять некое предприятие капиталистическое, конечно. Пошел в банк, говорю, вот мне надо там такое-то количество в долларах, ну тогда модно было мерить в долларах, и вот столько-то мне надо. И мне зарядили такой процент, не моргнув. Я вежливо поинтересовался, как некоторым образом причастный, что вот при торговле героином не покрыть
ваши проценты. Ну, банки-то должны быть выше, выше как этого. Это? А какая разница? А какая вот у нас такой процент. Это круче, сказать, чем торговля героином. Да? У нас вот фармацевтика, банки. Потому что да. Законно. Да, законно. Вот, значит, казалось бы, что нужно сделать? Нужно сделать ставку процента, ну, на уровне американского. Угу. 0.5%. Да. Более того, в некоторых странах ставка процента отрицательная. Вот скажите, пожалуйста, это выгодно капиталистическому классу? Наверное, если что-то при этом зверски развивается, то выгодно. Да, но зверски развивается. Вот смотрите, я вам даю, вот вы ходили туда, ходили бы ко мне, если бы я был, так сказать, представлял бы капиталистическое государство, я бы вам отдал под минус 3%. Угу. Вы бы взяли у меня 1 000 000. А вы бы еще мне добавили. Нет, я бы не добавил. Вы бы просто мне возвращали не 1 000 000, а на 3% меньше. Да, да, 997 тысяч угу. Вы бы мне только возвратили. Это выгодно мне или нет? С точки зрения вот одного действия, люди, когда на один шаг, вот плохие шахматисты, они говорят, зачем я пешку буду отдавать? Да отдай ты пешку, потом возьмешь ладью или ферзя. Да. Нет, они это люди вот думают на один шаг, вот эти примитивные капиталисты. Ну, я, конечно, не знаю, здесь один шаг выражается ровно в том, что взял 3000 сразу себе отгреб и вернул все обратно, ну, уже хорошо. Да, уже хорошо. А так вы бы что-то построили. Нет, так вот эти, если я банк, я должен сказать, а вы что собираетесь делать? Производство научно-техническое, высокотехнологичное? Так, вам под отрицательный процент. Угу. А вы пришли, вам нужно что-то продать, угу. Ну, вам под 2%. Да. Вам под 0.5%. Да. Вам под 1%. Ну, так это надо. Это называется государственное регулирование, монополистическое регулирование государственное. Вы регулируете развитие производства. А вы что сделали? Вы сделали так, что в России невозможно получить никакой кредит, ни на что, кроме одного. Вот эти коммерческие банки получают деньги, покупают иностранную валюту и обрушивают российскую валюту. Только именно всего. Поэтому они и переживают из-за того, что у нас инвестиции небольшие. Конечно. Иностранный капитал к нам не хочет. Конечно. А свой у нас работать не должен. Да? Да. Итог. Значит, надо установить ставку. Об этом уже все говорят. Ага. Кто говорит? И правый, и левый. Вот Титов, например. Он же вообще омбудсмен предпринимателей. Угу. Он им объясняет. Он в Столыпинском клубе. Вот я, скажем, не сторонник этого клуба. Но люди, которые занимаются реальным экономикой и производством, говорят, да сделайте низкую ставку процента, люди будут брать в кредит, отдавать, государство будет богатеть, но богатеть не за то, что оно вот, так сказать, просто умирает вся экономика России. Отдельные люди богатеют, а государство, конечно, беднеет. Беднеет. И говорят, мы вам ничего не можем. Вот все говорят, вот Медведев не то сказал. Да не в этом дело, что он не то сказал. А на самом деле беднеет государство. И никакой председатель правительства тогда ничего не может сделать. Чтобы председатель правительства мог финансировать, так надо, чтобы был рост производства. Угу. Ну, скажем, рост производства на уровне китайского. Говорят, вот там плохо сейчас в Китае стало. 7%. Да вам пахать и пахать до 7%. Вот собралась эта самая двадцатка. Что они обсуждали? У них было такое запланировано, что вот они договорились, что хорошо бы по 2% иметь, чтобы эта двадцатка так себя чувствовала в мире нашем. Да, да. Хорошо. Как она? Она чувствует себя не очень хорошо, потому что во всех странах, которые в переходном периоде от капитализма к коммунизму, кризиса-то нет. И темпы роста высокие. И Китай, конечно, их перегоняет. Там же 1 350 000 000 уже миллионов. Куда вы его денете, вы не спрячете? А этого Китая бы не было, если бы не было Советского Союза, не было бы России. Так что это вот такое всемирно-историческое событие. Если бы коммунизма не было в России. Если бы коммунизма не было бы в России, не победили бы фашизм, и не было бы Китайской Народной Республики. Да, и не сохранилась бы, естественно, и Корея Северная, и Вьетнам бы не победил, и так далее. Еще нет ни одной революции, которая бы без поддержки России сама просуществовала. В той или иной форме, хотя бы в форме Советского Союза. Или хотя бы в форме России нынешней буржуазной, все равно поддерживает там какие-то такие настроения. Короче говоря, что нужно сделать? Нужно эту ставку установить. Что нужно сделать для этого? Для этого надо, во-первых, разогнать руководство Набиуллину или посадить, или я не знаю, вот в Китае, например, сторонника Горбачева, Джао Цзияна, генерального секретаря, когда он выступил на площади Тяньаньмэнь и сказал, что мы вот приветствуем вас и будем тоже и делать, что вы требуете, там 3 месяца был Майдан в Китае, в центре, прямо на площади Тяньаньмэнь. Тогда собралось политбюро, его выгнали из Дэн Цзяопин тогда. Значит, он, не будучи уже членом политбюро, а просто представитель военной комиссии ЦК в своем дворце собрал политбюро, приняли решение о том, чтобы выгнать этого генерального секретаря, и его под домашний арест. И так он 15 лет просидел и умер дома, в
хороших условиях, во дворце, в Пекине, все было хорошо. Красиво. И ничего там не растащили. И китайская народная армия весь этот бардак прекратила. Многие переживают, что там кого-то убили, но как-то не задумываются о том, что за этим последовала бы гражданская война, в которой убили бы миллионы просто. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот хорошо, что это люди нормальные, это все понимают. Да, там есть такой, у наших либеральных друзей есть ключевой вопрос, вот на свете дороже человеческой жизни? На это есть ответ. Две человеческих жизни. Три человеческих, 30 человеческих жизни. И ради 10 человеческих жизней, если тебя одного убьют, то это, наверное, вообще вот тоскует. Как это мы там в Сирию вмешиваем? Ну, хорошо, ну вот сейчас бы в Сирии сделали то же, что в Ираке и в Ливии, и уже в подбрюшье России, так сказать, были бы те страны НАТО, которые... Враждебно, все поползло. Да. И опять все та же самая история. Все же, что ситуация на Украине против Украины, что ли? Да это смешно. Это против России все делалось, конечно. Это государство шахид, которое выращено специально против совершенно нас. Верно. С единственной идеологией антироссийской. Значит, в итоге, пусть не рассказываешь, у нас нет денег. Деньги, они их не дают просто капиталистам, государству. Значит, надо изменить. А в чем причина-то? Это люди не понимают, они экономически безграмотные. Причина в том, что вот эти индивидуальные интересы отдельных капиталистов, они превалируют над общими интересами капиталистов. Почему? В силу неразвитости этой самой буржуазии. Ну, пора уже, иначе ее вместе с ее властью, и с президентами, и с премьерами, и с Думой прихлопнут. Потому что только об этом сейчас и думают. Ну, о чем думают в Соединенных Штатах Америки? Ну, неужели они будут просто так смотреть? Слишком большая вам территория досталась. Слишком много ресурсов. Слишком много ресурсов на такое количество наконец. Давайте по-справедливо поделим. А для этого надо сюда завести войска, чтобы мы, так сказать, и взять контроль, внешнее управление, все забрать. Ну, это все совершенно понятно. А события в Югославии, Ираке, Ливии и на Украине, и в Сирии показывают. Ну, уже через Украину подобрались вот прямо вот сейчас, вот сюда. Вот сюда подобрались. И хорошо, хоть вот сейчас руководство это понимает. Но надо из этого понимания сказать, что если вы только будете делать оружие и не будете делать экономику, которая быстро развивается, ну, оружие же надо это все финансировать. И что как же вы можете финансировать? Как что, составить план? И по этому плану, главная задача плана – повышение производительности. Обновлять надо сырье, заменять на новую технику и наращивать, я же говорил о накоплении, наращивать объемы. Что такое накопление? Это будущий темп роста. Будущее. Если вы не накапливаете, какие будут темпы роста? Что значит стимулирует? Да хоть 100 стимулирует, как хотите стимулируйте, если вы не накапливаете. Но надо тратить деньги для этого. Это надо, чтобы каждый капиталист тратил деньги. А как? Для этого что? Обязать их надо. Это не надо, чтобы оно было в государственном секторе. Пожалуйста, вы частный капиталист. Но вы обязаны 60% прибыли отправить на развитие своего... Ну, какое развитие в соответствии с тем, как что экономика знаний, нововведений? Чего? Если вы этого не делаете, вы не капиталист, вы вообще не соответствуете современному этапу империализма, монополистического капитализма, и вас надо гнать, так сказать, из числа капиталистов, то есть в том числе и преследовать, в том числе в уголовном порядке. А что, рабочее государство не преследовало рабочих, которые, как Ленин говорил, что, так сказать, надо бороться с попытками горсток и групп рабочих, хранящих капиталистические замашки, дать обществу, государству поменьше и похуже, а взять себя побольше и получше. И сейчас надо, вот класс капиталистов должен преследовать тех капиталистов, которые хотят себе взять побольше и получше, а своему родному, это оно, нам-то оно не родное, но капиталистическому родному государству дать побольше и получше. Тогда и вы будете накапливать еще больше. Почему? Потому что будет развиваться вся экономика, и вы же сами скажете, получите хороший заказ. А какой сейчас заказ? Ни на что нет денег. И ходит это как нищий. Нищий, такая богатая страна, еще хочет продать самые выгодные вещи. Самые выгодные вещи. Это вообще, по-моему, у нас всю жизнь проходило по категории вредительства. Сейчас это не происходит, это сейчас называется предпринимательством. А раньше это было вредительство. Какая-то странная разновидность предпринимательства. А надо менять законы. Закон же это не догма. Закон же, если такие интересы класса капиталистов, что такое закон по теории? Это правость, возведенная в закон воля господствующего класса. Ну, где воля-то класс должен проявить? Ну, вы своих-то там приводите. Ради самих себя хотят. Приводить не хотят. Чтобы не порвали крючьями на куски, как Каддафи. Да, именно так. Именно так. И такой момент наступил, момент истины. Либо вы, так сказать, вот станете достойны хотя бы вот современной формы империализма, либо вас разорвут. Дальше мы ставим вопрос о том, а кто вообще, вот почему такая вот проблема, что никак это не решается? А кто в этом больше всего заинтересован? Чтобы не решалось? Нет, чтобы решалось. В том, что не решалось, понятно, уже ясно. Вот они рассасывают и все. А чтобы решалось?
Наверное, так называемый народ. Вот. Я говорил, что вот я вот только изображаю, что я как бы знаю. Да вообще все знают. То есть вопрос в том, что не вопрос в том, что люди не знают. Они хотят. А почему не хотят? А потом, а хочет народ. Но народ замучен. Народ все больше и больше работает, все меньше и меньше получает. Значит, что нужно для того, чтобы это все осуществлялось? Надо, чтобы народ организовался. Чтобы он организовался, он что должен сделать? Он должен нормально получать зарплату, так? Он должен иметь свободное время. Если у вас нет свободного времени, вы ничего не организуете. Ни профсоюз, ни политическую... Что, есть политическая партия рабочего класса? Нет. Вот я... Есть в становлении, да, можно говорить, но готовы и нету. Вот эти есть 74 партии движения, наш рулевой. Я прочитал вот в «Российской газете», кто был допущен к выборам. 74. И такие, и такие, и такие. А кто представляет тех, кто создает материальные блага? Не встречал. Ну, там есть люди, которые, так сказать, частично представляют. Нацисты отмороженные есть, с удивлением увидел. Да, да. Поэтому, значит, что нужно бы сделать? Ну, это вы не можете обратить к представителям господствующего класса, он не будет этим заниматься. Ну, вот если я капиталист, а вы рабочий, вот я у вас... Моя задача – получать прибыль. Нет, капиталиста... моя задача у вас купить да. вашу рабочую силу. Капиталист прибыль получает, а не рабочую прибыль. Нет, но я покупаю у вас сначала рабочую силу. Вот если я покупатель, и вы видели таких сумасшедших покупателей, которые будут повышать цены на то, что покупают? Нет. Нет. А вы продавец? Ну, так вы должны повышать цену свою. Но вы в одиночку будете повышать, ничего у вас не получится. Чтобы вам повышать, так сказать, действительно, вам надо обняться в профсоюзы. Это история всего движения. Все повышение зарплаты во всем мире. Да. Это... А что будет с повышением зарплаты? Упадет наша экономика или, наоборот, развиваться будет быстрее? Я думаю, что будет развиваться. А почему? А потому что если вы наши, а не наши... Вот если зарплата будет больше, прибыль будет чуть-чуть меньше, и в офшоры уедет меньше... А больше останется здесь. Вот здесь останется, а вы хотите забрать оттуда, уже не получится. Вы сейчас поднимите зарплату, сначала в государстве, тогда будет и у частного капитала. Государство тоже частная собственность, но капиталистическая. Вот давайте мы повысим зарплаты сразу, резко. Это будет толчок для всей экономики. Больше спрос, а вы же сами нам рассказывали, спрос рождает. Да. Предложение. Значит, с полок снимаются товары, заводы начинают их производить, ученые начинают думать, как еще больше сделать, так сказать, как быстрее и больше произвести, и так далее, и машина закрутилась. Это делали и при Рузвельте, это делали и при Эрхарде, в Германии. То есть, это, опять-таки, мера капиталистическая. Я вот строго держусь в рамках того, вот капиталистических мер, ну, допустимых, в принципе, для, так сказать, современной экономики. Ну, надо это делать, повысить зарплату. Но это обращение не только к буржуазии, это обращение к рабочему. Если вы не будете организовываться в профсоюзы, а если вы будете манкировать профсоюзами и не соединяться, ничего у вас не получится. А чтобы организовываться в профсоюзы, надо иметь свободное время. Вот наш товарищ один, ЗИЛа, где было 120 тысяч человек, а сейчас нет завода ЗИЛ. Нам свои грузовики не нужны. Да, вообще ничего не надо. Не, у нас есть легковой один автомобиль, вот, у нас в Ульяновске. Да? Производится у вас. Ну, КАМАЗы-то, наверное, нет, это грузовые. А вот автомобиль у нас легковой-то только один. Помните, на «Ладе» ездил, Владимир Владимирович рекламировал «Ладу» отечественную. Калину, как бы, да. Калину, да? Ну и что? «Лада» сейчас чья? Франко? Японская? Рено, Ниссан? Ну, говорят, вот отечественный автомобиль. Да что тут отечественного-то? Ну, какие-то мы вещи делаем здесь из того, что привозят. Но бамперы мы уже, вот сейчас сообщили, уже даже экспортировать будем бамперы с тех заводов, которые здесь принадлежат иностранному капиталу. А мы-то что тут делаем? То есть, обеспечивают работу из рубежа. Да, и у нас самые грязные работы – сварка, свинчивать, сваривать, конструкторов, то собирать. А вот там все, так сказать, серьезное, там двигатель, там соответствующие, так сказать, вопросы его развития, и так же все решается тогда за рубежом. А тогда наши инженеры не нужны. А если инженеры не нужны, и техники, и промышленность не нужна, а зачем тогда ученые? Ученых вообще надо гнать. Не надо, да. А их вот товарищ Ливанов, наверное, прав, что он пытался уничтожить вообще образование. Конечно. И рушил это академию. За ненадобность. Да это одни растраты просто, столько ресурсов. Если вы не собираетесь использовать эти ресурсы, надо их убирать. Что и делали. Ну, сейчас, может быть, не будут делать, а может, еще и будут по инерции. Ну, там какой-то новый, значит, министр образования. Вывод новый, да, хорошо говорит. Но мы посмотрим. Это все, конечно, депутаты ведь хорошо говорят. Сейчас вот посмотрим, что будет. Что нужно делать? Значит, рабочий класс должен своим лозунгом, своим требованием поставить какое? Сокращение рабочего дня.
Когда вот переход к 8-часовому рабочему дню? Это что, был социалистический, что ли, лозунг? Не помните, когда у нас 8-часовой? А вот при царе у нас было 11,5 часов. Так. Потом, значит, после буржуазной революции сразу стал 8-часовой. Спасибо нашей российской буржуазии. Ну, конечно, рабочий класс за это тоже боролся, но это вот в рамках буржуазной революции. Кстати, милицию сделали не при советской власти, не при социализме и не после Октябрьской революции, а после февральской. Был уничтожен департамент полиции и корпус жандармерии. И народная милиция стала. И вот надо бы... А что переименовывали? Вам не нравится, как буржуазия называла? А народная милиция? Милиция по определению – это вооруженный народ. Мне кажется, что это просто тупорылое, вот, абсолютно безмозглое обезьянничание. Не, ну, полиция должна охранять вот капиталистов, которые нахапали. Ну, наверное. Вроде как охранная структура. А милиция должна охранять всех. Да. Видите разницу? Вот сейчас позвонили в милицию. Нет, это полиция. Это полиция, не звоните. Нет, есть и в полиции люди хорошие, понятное дело. Всегда во всех из капиталистов. Вот Энгельс хороший капиталист был. Непонятно. Он помогал рабочим. Зачем переименовывание? То есть, с моей точки зрения, если машину из красного цвета перекрасить в зеленый или синий, она быстрее не поедет. О, а сколько заказов было? Наклейки все, формы все, печати все, потом бумажки все. Тут сколько народу. Да. А у нас ведь какие у нас вот бурно растут? Помните, решетки все делали на окна? Все, кто решетку, лозунг главный. Или давайте железные двери. А распиливается очень просто. Пожарные приходят, жик, петь болгаркой, и все. Вот там, где пальцы встают, вот, мощные такие. Раз, и все. Тут нет никакой проблемы. То есть, это только бизнес. Или сейчас говорят, давайте вот счетчики вам поставим, потом менять будем. И вот все это мельтешат. Только крупные ничего не делают. Вы производство это крупное разрушаете, а мелочь всякую. Вот гвозди будете производить вручную. Там, если по проволоку откусывать, значит, делать шляпку, там это все можно сделать. Народные умельцы могут сделать, если промышленность свою уничтожить. Вот этот самый товарищ Зила, Шишкарев Василий Иванович, насчитал. Вот, говорит, 24 часа. 8 спим, 8 работаем, 8 у нас занимает всякого рода, так сказать, другие всякие дела. А свободного времени, включая обед и, главное, транспорт тоже в Москве. И в итоге, получается, ничего не остается для организации, для самоорганизации людей. А если вот рабочий класс не сорганизуется, он единственная сила, которая последовательно заинтересована в том, чтобы у нас производство развивалось. Хоть какое, хоть капиталистическое, хоть, да, хоть производство развивалось, да. И экономика, и независимость России, чтобы была. Потому что другой он же не поедет завтра в другое место, где уже дети выучились, где уже капиталы и так далее. Поэтому вы спрашиваете, а где гарантия какая? Гарантия одна. Вот, скажем, сознательные люди, да, среди капиталистов должны понимать, что если вы хотите вот удержаться как капиталисты, вы должны организовывать рабочих. И у нас поэтому кодекс хороший, трудовой, в нем записано. 130-я статья. Повышение уровня реального содержания зарплаты. Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Это что значит? Что либо нет инфляции, либо зарплата идет быстрее инфляции. Это написано в кодексе. Дальше. 134-я статья Трудового кодекса. Так и называется. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. В законе все есть. Но меры никаких не предусмотрены. Дескать, у вас есть право на забастовку. 37-я статья Конституции. Боритесь. Но если вы не хотите бороться... Ну, это ваше дело. Нам, вам дали право. То есть, в этом смысле тоже правильно. Потому что не надо выращивать иждивенцев. Хочет рабочий класс получить себе зарплату, так вы боритесь. А если вы не будете бороться, ждете, я приду, спрошу вас, когда нам повысят зарплату? Ответ какой? Ну, если зарплата – это цена моей рабочей силы, а вы покупатель. Что должен ответить? Никогда. И я так отвечу, если я покупатель. Но если я что-то покупаю, какой-то дурак просто будет так понижать. Да. Вот такая картина. А кто будет понижать рабочее время? Вот Швеция перешла на 6-часовой рабочий день. Это что значит? Вот это значит будет отдохнувший рабочий, который занимается вопросами науки и техники, который, значит, самоорганизацией занимается. У него есть и соответствующие организации, которые отстаивают интересы и влияют на всю общественную жизнь, чтобы Швеция, она поэтому Швеция, нормально развивается. А если вы не завоевываете свободное время, если у вас нет свободного времени, а только будете получать деньги за сверхурочные, которые пойдут на лекарства, то тогда экономика развиваться не будет.
Поэтому вот нельзя считать, что вот в известном смысле, что виновата вот одна буржуазия. А чего вы ничего не делаете? То есть рабочий класс должен... А как же он может ее решить, когда у него нет свободного времени? Только борьбой. И вот Ленин говорит, вот мы должны, значит, покончить с разрухой, с топливным голодом. А как мы можем покончить с топливным голодом, с разрухом, когда у нас нет того, нет того, этого, вот этого? А только, говорит, героизм отдельных лиц. В борьбе обретёшь... Вот вы проявляете героизм? Героизм какой-то. Бывает. Вот, да. Вот надо и проявлять героизм. А если не будет этого героизма, если Россия... А Россия всегда рождала героев. Вот, например, декабристы. К какому они классу принадлежали? К правящему. Вот. Это помещики. Им говорят, а вы давайте сами освободите крестьян. Нет, говорит, мы хотим всех крестьян освободить. Своих. Нет, давайте вот всех освободим, моих. Ну, и с них вроде как с ними расправились беспощадно. Но все их помнят как революционеров, буржуазных. Угу. А потом царь взял, и через не так много времени прошло, и освободил крестьян. А почему? А все равно капитализм уже наступал. И здесь то же самое. Да. Если вы не будете опираться на энергию, инициативу рабочих, ну как вы можете нововведение, там, экономику знаний, если у вас рабочие замучены, и вы рассчитываете только на гастарбайтеров? И если у нас рождаемость понижается, почему она понижается? Нет времени, нет денег, коляска стоит, как Мерседес. Ну как вы можете в этом случае рассчитывать? А ничего, говорит, мы вот будем созывать к себе, пусть получает вид на жительство, потом гражданство и так далее. Ну это породит совершенно другого класса проблемы, да, которые решить будет еще сложнее. Ну хорошо, ну делайте, но прежде всего надо обеспечивать рождаемость. И вот у нас же рождаемость, она была сразу после 90-х годов, сразу ушла вниз. Да. А смертность сразу ушла вверх. Потом, значит, начали потери. И сейчас вот где-то вот так, что вроде как хочется сказать, что у нас наконец эту проблему решили. Не решили. Ну, исправляется, так сказать. Не решили. Где-то вот на одном и том же уровне. Вот, а должно быть три ребенка, чтобы... Вот, вообще-то 2,4 надо, чтобы воспроизводилось население России. Но если вы не сделаете вот семью из трех человек, а это, так сказать, для этого что нужно сделать? Опять же, экономический вопрос. Так дайте такую зарплату, чтобы можно было содержать 5 человек. Освободите от работы мать, чтобы отец один мог их содержать. Или вы дайте ей свободное время и наладьте. Значит, опять детские садики, проблема сдать. Это надо биться насмерть, чтобы отдать ребенка. Ну, их же приватизировали все благополучно. Да, и там всякие фирмочки, даже институты юридические и прочие там получились очень... Не надо столько домов. Вот, поэтому надо понимать, что не надо болтать. Если вы болтаете о умной экономике, о научно-техническом прогрессе, надо дать людям свободное время, чтобы он рос. А кто является главной производительной силой? Мы же об экономике говорим. Вопрос, кто является главной производительной силой в экономике? Опять народ. Рабочий. Трудящийся. Да. Рабочий, трудящийся. А если вы главную производительную силу не развиваете, у вас вся эта ваша техника, даже если вы ее обеспечите, у вас будет все современное. Угу. У нас было в конце вот этого периода перехода от социализма к капитализму, много там зарубежного закупленного оборудования, ржавое так и лежит. Да, да. Потому что не может его освоить человек без соответствующего образования, не отдохнувший, не организованный. Не нацеленный на развитие, он не видит, что им никто его, так сказать, не поддерживает, он не сможет это освоить. И не будет никакого научно-технического прогресса. В Японии наш, так сказать, опыт берут, в том числе советские кружки качества, отмечают, морально поддерживают. Ну, а что отвечать? А здесь все, кстати, забрать. Если меня все время будут забирать, а что вы рассчитываете, вы будете мне давать разбавленную зарплату, я буду вам давать разбавленную работу. Поэтому, когда мы говорим, что нужно повысить зарплату, это, прежде всего, обращение к рабочему классу. Рабочий класс должен требования выдвигать. Для этого существует закон. Весь закон есть в Трудовом кодексе, раздел «Коллективные трудовые споры». Выдвигайте требования, создавайте свои, так сказать, группы, которые будут эти требования отстаивать. Ну, то есть, в настоящий момент, как в известной поговорке, как там государство делает вид, что платит, а мы делаем вид, что работаем. Да. Да. Поразительно другое. Вот вроде вся наша эта так называемая элита, верхушка, не знаю, как правильно назвать. Они вроде. Нет, элита нельзя говорить. Элита же это лучшие, а у нас это всплывшие наверх. Это они тоже разные. Разные, согласен. Там разные всплывают. Иногда хорошие. Да, вот иногда пенопласт всплывает. Иногда. Но иногда не пенопласт. Да. Не будем говорить. И вот они вроде все советские люди. Бывшие. Да. Они все получили
прекрасное образование. Вот теперь этим надо вот это торговать этим. Они вроде все, да, все понимают, что там за что светит, как, что будет дальше, какие перспективы, и ничего не делают. Почему так? А потому что у них сиюминутные интересы. Оппортунисты они. Вот оппортунизм у нас поразил. Не хватает твердой, да, политической воли, не хватает, которая бы всех поставила, не хватает, в бой, а чтобы была туда, воля. Воля не бывает неизвестно какая. Либо воля класса буржуазии, либо воля рабочего класса. Если рабочий класс своей воли не будет проявлять, ну для этого он должен сам бороться. А он все ждет, что он как при социализме получит сверху. Не получит. Пока еще ждет. Хотя вся история рабочего движения во всем мире показывает, что все вот достижения, связанные с ростом зарплаты, сокращением рабочего дня и так далее, связаны с забастовочной борьбой. А это не значит, что вот я обязан останавливать производство. Почему? Мы организовали, так сказать, провели коллективный трудовой спор, мы не согласились, перешли в забастовочное состояние, и теперь будем решать. Что решать? Как организовывать производство? Сколько часов? Сколько считаете нужным забастовочный комитет? Сколько и делаете форму забастовки? Кто определяет? Забастующий, вовсе не генеральный директор. И решайте. Но неужели рабочие будут убивать производство? Да и они с ним связаны. Это их, так сказать, то, что их кормит, то, что содержит их семьи. Поэтому я не знаю таких забастовщиков, которые бы содействовали умиранию производства, а не только развитию. И прошло 100 лет с момента перехода к 8-часовому рабочему дню. 100 лет прошло уже от расчета, например, профессора Золотова из доктора экономических наук из Нижнего Новгорода показывает, что настолько сократили затраты на все, что 6-часовой рабочий день можно спокойно установить во всем мире, при том, что прибыль не упадет. А жизненный уровень и развитие экономики только ускорится. Вот это вот лозунг дня. Пример, да. Да. Я чувствую, Михаил Васильевич, надо не только про диалектическую логику, надо народу какой-то краткий курс про экономию, экономику и организацию какой-то борьбы за свои права. Ну, с какой, да, стороны заходить, чего, да, что делать, да, и как. Я вот, например, такой курс, как «Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования», вот читаю, а другой курс называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Очень полезные и нужные курсы. Они соответствуют тому, что должен знать каждый грамотный трудящийся, и не только трудящийся. Если я капиталист, и я хочу с вами бороться, я должен знать, как организовываются конфликты, конечно, чтобы я в них выиграл или нет. Да, да, то есть, да, это вот знание законов, это не только на пользу к одной стороне, это на пользу всем сторонам. Поэтому я думаю, что вот это надо сказать, что и вся система нашего образования это предусматривает, и много в системе образования, несмотря на то, что там мы можем покритиковать, имеется и то, что просвещает, конечно, людей, дает необходимые знания. Все равно база, это неистребимо. База заложена. Поэтому мы должны, да, вообще Россию невозможно уничтожить, она такая большая, что когда в одном конце России люди уже, так сказать, плюют на все, говорят, ничего не получается, в другом только начинают засучивать рукава. И поэтому время от времени мы видим, как выходят новые люди и рассказывают. Вот я смотрел ваш разведопрос с товарищем Семеновым, и я просто радовался. Вот молодой человек, грамотный, умный, он и в Америке был, он все это видел, он не только теоретически, он и практически все это знает, что говорит. И это вот то, что должны понять и принять вот все, ну, более-менее порядочные и правильные люди. Константин Голова. Голова. Согласен. Но я вот его видел в передачах на центральном телевидении. Ну, там кусочек, думаешь, может, это для эпатажности такое сделать. Дескать, мы все показываем, и такое, и такое, и такое, и такое. Нет, это позиция, причем позиция какая? Глубокая, государственная, вполне научная и так далее. Я вот, говорит, готов подписаться под каждым словом, хотя это, как вы видите, не я это сочинял, и не я это организовывал. То есть, это и потом это пробивается, ну, само. Это же, не, вот, скажем, такие люди, они вырастают в России сами. И как вообще борцы? Нельзя подготовить себе преемника. Вот надо самому пройти эту школу борьбы. И вот будут люди бороться, и будут борцы. А борцы – это не оппортунисты. Надо. В России всегда были борцы, во все времена. Я думаю, что это ничего не пропало. Поэтому мы не должны быть вот в положении таких людей, которые таскают вот раньше, в те времена, да во все времена. Да у нас вот, вот посмотрите, в других странах все расточили уже. Из тех, кто, которые вышли, оторвались от России, так сказать, вышли из Советского Союза, хотя толчок-то дала, так сказать, прежде всего, от середины, это Россия дала толчок, буржуазная, во главе с Ельциным. Ну, а и что? Да ничего, там все разоряется, все пропадает. Куда веду опять в ту же самую Россию? Ну, та же самая Латвия.
Ну, там были рижские электрички, там приемники были латвийские очень хорошие, да? Там много чего было хорошего. А сейчас что? А ничего нету, то все. 600 тысяч уехало уже грамотных молодых людей, самых образованных. Это там выбор. Там русские теперь будут преобладать скоро. Почему? Латвия будет русской. Потому что латыши уезжают. Это их выбор, латышский. Да, и потом эти а потом эти русские, которые латвийские в Латвии, они скажут, а мы хотим вот быть с Россией. Кто это делает? Ну, так вы должны понимать, маленькие государства, они бы либо туда примыкают, либо сюда примыкают. Все сами. Да. Поэтому я думаю, что вот перспективы России светлые, в том числе и экономического развития. Но нужно... Ну, давайте, если кто, вот, скажем, против того, что я сегодня говорил, а я говорил, еще раз повторяю, не то, что я придумал, а просто я констатировал, что знают вообще все нормальные люди. Ну, я должен это тоже вот зафиксировать, что люди нормальные знают. А то люди нормальные скажут, а что вы такое говорите, так сказать, это, может, не то, это не наука. Это именно и есть самая наука. Вот именно это и есть самая наука, а не то, что нам пытаются впарить про рыночную экономику. Нет никакой рыночной экономики, это лапша. Потому что купи Production International LTD, вот результат этой. Все, продажа России, вот это рыночная экономика. Надо прекратить продажу России и заняться развитием нашей экономики, производства прежде всего. И не говорить об инвестициях, а говорить о реальном вложении в реальное производство, создании средств производства и развитии главной производительной силы. Зачем ПТУ уничтожили? Вы враги России, которые уничтожили ПТУ. Чего вы хотите без рабочего класса, чтобы у вас корабли летали на Марс? Или там напильниками подтачивают наши ракеты, потому что там старье? Это неизвестно, что ли? А дети, чего они падают иногда? Так вот старое все, вот и падают. Так сделайте новые. Так новые надо, чтобы рабочие были грамотны. Они будут ракеты создавать, они будут работать лучшие средства ПВО, а они будут работать сверхурочно. Да не надо сверхурочно, надо наоборот сократить рабочее время, человек отдохнет и больше сделает за более короткое время. Потом вырастет производительность труда. Лето у нас, слава богу, закончилось. Да. За работу, товарищи. Вы да? тоже приступили к работе. Да. Я надеюсь, что теперь будем видеться чаще. Спасибо. Вам спасибо. Я это рассматриваю как приглашение, от которого так невозможно точно. Отказаться. Да. Очень интересно, очень познавательно. Народ уже заскорбил, куда пропали. Куда кто пропал. Хорошо. Спасибо вам большое. Очень интересно. Спасибо вам за внимание. А на сегодня все. До новых встреч.